Ребята, хочу поделиться с вами небольшим секретом, как выглядеть утром хорошо, свежо, прекрасно. Значит, бывают утренние съемки, к которым артист, конечно, как и любой простой человек, не готов. Бывает, там что-то где-то припухло, лицо похоже на солнышко. В общем, существует такой отвар. Записываем. Все можно купить в аптеке. Это ромашка аптечная, это листья брусники и толокнянка. Вы можете прочитать рецепт смешения и как это все заваривается в интернете, но средство просто шикарное. Ребята, берите на заметку.